Ночью 26 апреля на Серова, 38, произошел взрыв. По предварительной информации, сдетонировал бытовой газ. В результате взрыва разрушено одноэтажное здание. Под завалами оказались 83-летняя женщина и ее муж. Спасатели вместе с местными смогли их спасти. Женщину госпитализировали с ожогом лица и глаз. Сейчас ее состояние удовлетворительное. Рядом стоящая квартира, квартира ее дочери, она частично пострадала, и сразу же дочери на месте оказали первую медицинскую помощь. Взрывной волной пострадало две квартиры в доме напротив, где выбиты сегодня окна и двери. С утра, в 9 утра, наши муниципальные службы были на месте, сняли полностью все размеры оконных рам и дверей для того, чтобы в кратчайшие сроки восстановить. По данным ГСЧС, площадь разрушения составила 150 квадратных метров. Для ликвидации последствий взрыва привлекли 4 единицы техники и 18 спасателей. По факту происшествия полиция начала расследование. Все хорошо.